уже с кубком и дипломом победителя. 13-летняя Эвелина стала лауреатом первой степени в номинации «Народный вокал». Фольклором девочка занимается уже 7 лет. В будущем хочет стать актрисой, поэтому в конкурсе «Серебряный олень» участвовала сразу в нескольких номинациях. В эстрадном вокале и современных танцах также взяла призовые места. Мне очень понравилось посмотреть на себя, посмотреть на других, сделать хуже, лучше. Это было очень интересно. Всего в этом году в 22-м открытом фестивале-конкурсе детского и молодежного творчества «Серебряный олень» участниками в 8 номинациях стали более 1000 человек, а лауреатами – 365. Серьезную работу участников и их педагогов отметили и представители жюри, и организаторы. Члены жюри многие отметили, что в этом году творческий уровень коллективов очень высокий был. Очень понравились многие яркие номера, были авторские программы. И также отметили яркие костюмы, постановки и подготовку детей профессиональную. В этом году из-за большого количества участников и призеров было решено провести сразу 3 гала-концерта на разных площадках. Заключительная церемония награждения прошла в культурном центре имени Любови Орловой, где уже второй год подряд организуют выступления в фольклорных номинациях – вокале и танцы. Русские, казачьи, белорусские, молдавские – танцы разных народов представили конкурсантов. В итоге зрители смогли увидеть настоящую танцевальную феерию, а призеры получили заслуженные кубки и дипломы лауреатов. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».